большой. Как почувствовать там в этот момент? Нет, не просто. Ну как почувствовать? Их защитник сделал большой подарок для нашей команды. Вот, оставалось только воспользоваться этим моментом. Понятно. И вот 23 матча забивали, посчитали. Ну слушайте, я думаю, и до этого сильно голевым, так делифей, или как это сказать, постоянно не забивал. Правильно же. Делаем свою черновую работу и стараемся не пропускать, работать над этими моментами. Но когда есть моменты, стараемся забить сегодня наше звено. Сыграл, я думаю, отлично, да и как и вся команда, получилось забить два хороших гола. Ну, мы хорошо сыграли. Стромку мы еще до этого играли, у нас хорошо получалось. И первый раз за этот сезон мы вместе с ним сыграли. Мы уже договорились, что будем делать. Ну, я думаю, все видели, у нас хорошо это получилось сделать. И Чушкин на пользу пошел, да, с разлучением, потому что тоже хороший гол забил. Да, молодец, хорошее индивидуальное качество сделал. Пошел в зону, можно сказать, поставил защитника на прямые ноги и обыграл вратаря. Чуть-чуть на матче что-нибудь получилось, там нахватали удаление, шайбу первую пропустили. Что такое начало? Может, перегорели где-то. Мы побежали, думаю, мы хорошую смену провели. Надо было, ребята пытались подхватить это и заработали удаление в своей зоне. Надо исключить эти моменты.